Итак, это наш самый известный дизайнер Аида Ханем, наша любимица. Хотим взять у вас интервью. Здравствуйте еще раз. С удовольствием дам вам это интервью. Давайте про Sulu Models. Про Sulu Models? Смотрите, вообще наша дружба с Sulu Models началась еще до Казахстан Fashion Week. Был такой момент в истории, когда моя подруга Баян Максаткызы, группа Кешью, наши модели, мы решили проехаться аулом по маленьким городам Шымкентской области. И тогда первое, кто нас поддержало в этом, это было агентство Sulu Models и Акжамал. Я даже не помню, кто мне дал ее контакт, я просто позвонила и сказала: «Акжамал, мы хотим сделать такой тур». И это как раз было после того, как доллар два раза подскочил, и у всех было такое депрессивное состояние. И мы решили таким образом просто взять и устроить праздник себе, казахскому елене. И она просто согласилась. И вот это и было началом нашей дружбы. Вы не только сотрудничаете, но и дружите, у да? Нас получается? Дружба, у нас уже дружба, партнерство. И мы каждый раз прям душой переживаем и болеем за то, чтобы все шикарно прошло. В этот раз просто будет the best, да, самый крутой. Все, спасибо вам большое, удачи. Пока. Красотка, Ида.